хотел увидеть, возлагал цветы. Солнышко, я никак не могу добиться. Вот они приходят, они ложат цветы, все. А почему звезду не поставить, так же, как на площадь 10 апреля? Почему? Что эти люди мало сделали для Одессы? Люди бы свои головы положили. Это летчики, это Николай Артурович Гефт, военный разведчик, который во время войны был, знаете кем? Главным инженером на первом судоремонтном заводе. И что они делали? Не чинили гитлеровские катера. И туда тогда же не было нефти и дизельного топлива. Так что было? Антрацит. И они в куски антрацита ложили тол и детонатор. И взрывалось далеко от Одессы. И когда Абвер, военная разведка, стала наступать на эти вот на пятки Николаю Артуровичу Гефту, так рабочие помогли выехать из Одессы. А где убили Николая Артуровича Гефта? Убили там, в Западной Украине. Так же, как Николая Кузнецова, известного разведчика, который вся страна раньше знала и теперь знает. Я не хочу, чтобы вот это... Здравствуйте. Я сейчас отбрила так. И правильно сделала. А где он? Я же хотела его не щипать. Направо. И так не установили. Так стой. Саня, зайди туда. Ой, мама, полюбовь.